Всем привет, с вами Ольга Чернова. Если я вам показывала, что Ринет с пакетом на голове пережил ночь в минус 3 градуса, то у Петруши другая ситуация. Видите, все листья как обваренные, все замерзшие. Замерзшая макушка и замерзшие цветы. Это значит, что это растение уже не жизнеспособно. Я буду его выдергивать и высаживать другое. И можем это наблюдать у каждого кустика. Все они благополучно замерзли за эту ночь. Значит, Петруша огородник. Делаем вывод. Нам не подходит для экстремально раннего высаживания в открытый грунт. Он ни без пакета, ни с пакетом перезимовать минус 3 не может. А Ринет может. Так что, кто хочет рано-рано высаживать, Ринет нам подходит. Его мороз не берет. А Петруша огородник не подходит. Сейчас я высажу сюда новые экземпляры, потому что у меня всегда в запасе есть рассада. Но на будущий год я его рано садить уже не буду. Как высаживала вместе со всеми, так и буду высаживать. Все, до свидания. Мой видеоролик, надеюсь, поможет вам в дальнейшем на будущий год при выборе сортов холодостойких, там теплолюбивых, какие и когда можно высаживать. С петрушей огородником не нужно экспериментировать. Он оказался у нас неженка. До свидания. Всем удачи.